Всем привет! Наконец-то у меня есть время сделать небольшое видео. Первым делом я бы хотел пройтись по обновлениям, которые у нас появились совсем недавно. Первое – это Hot Reload. Это то, что есть в мануальной версии Flutter, где обновления идут при нажатии сохранения проекта. А далее push notifications, то, что каждый просил, в принципе, это при определенных действиях отправляется push уведомление. А далее открытие изображения на весь экран при клике. И некоторые обновления, это update page on change, функция у текстфилда есть. И ей можно создать живой поиск. Bug fixes, current map location, в общем, связано с картой, так, QR-код, баркоды и users. Раньше у нас была проблема в том, что при... Сейчас давайте посмотрим. Если раньше нам нужно было вытащить информацию о юзере через... Так. У нас была всегда определенная информация. Это стандартная информация, которая есть, да. Но если теперь мы добавим сюда что-нибудь еще, вроде стринга, то мы сможем также получить ее. Раньше мы должны были сделать следующее. Это заходить в backend query. Блять, документ референс, либо документ референс, users, этот user, user record, save, и отсюда уже мы вытаскивали дополнительные параметры, которые нам требовались. Теперь это все делается authenticated user. Окей. Удалю сейчас. Все, что у нас по обновлениям. Так. Вот две важные, которые мне нравятся, это text field update on page change и authenticated user. Окей. Tip of the how to make a bottom sheet with a transparent background. Прикольно. Окей, сейчас покажу вам, как это делается. И скоро у нас появится наконец-то это групповые чаты. То, что я сейчас жду. Из этих, в принципе, больше ничего мне не надо. Так, все, если есть у вас вопросы, можете писать их в комментариях, либо писать мне в Telegram, всегда отвечаю, всем отвечаю. Подписывайтесь на канал, и в следующем видео мы с вами делаем, знаете, что мы с вами сделаем? Лайки, дизлайки, либо просто лайки, либо добавить favorite.